ОСМД – общество совладельцев многоквартирных домов, которое в теории само решает, какие услуги по содержанию дома нужны, какие нет и кому за них платить. На первых порах идея кондоминиумов пользовалась популярностью. Привлекала граждан не только красивая альтернатива набившим оскомину ЖЭКам, но и капитальный ремонт дома, который обещало произвести государство. Впрочем, скоро оказалось, что ремонт всего жилого фонда в стране – слишком смелое обещание. Потребности в модернизации на данный момент же жилищно-коммунального комплекса Украины по ориентировочным данным составляют порядка 500 миллиардов гривен. А в бюджете на 2013 год заложено чуть более 5 миллиардов на соответствующие работы. Какой выход с данной ситуации? На данный момент мы видим выход в виде организации объединений совладельцев многоквартирных домов. В Украине на данный момент создано больше 17 тысяч объединений. Что касается Симферополя, это статистика 2012 года, сейчас уже гораздо больше. На данный момент объединений 630. В процентном отношении это порядка 14% от общего количества предприятий жилищно-коммунальной сферы. Представители Укргазбанка новую программу кредитования разработали специально для ОСМД. Деньги дают под готовый проект, под 16% годовых. Максимальный срок кредитования 60 месяцев. Отсрочку могут дать на полгода. В качестве аргументов в пользу кредита сотрудники банка назвали тот факт, что Укргазбанк государственный, низкую ставку, а также отсутствие залога. Пакет необходимых документов минимальный, требований к заемщикам тоже немного. В первую очередь это регистрация ОСМД сроком не меньше 12 месяцев. Не меньше 90% жителей дома должны являться членами ОСМД. Средний уровень сбора платежей должен составлять не ниже 80%. У предприятия должны отсутствовать задолженности по коммунальным платежам, отсутствие судебных исков и наличие текущего счета в нашем банке. В качестве примера привели типовое 9-этажное здание, где каждая семья будет платить по кредиту всего 150 гривен в месяц. Мы взяли 9-этажный дом, в котором 3 подъезда, 4 квартиры на одном этаже. Соответственно, в доме находится 108 квартир, проживает 108 семей. При этом на ремонт дома необходимо потратить 500 000 гривен. Сумма немаленькая, согласитесь. Процентная ставка будет составлять 17,5% годовых, а срок кредитования 60 месяцев максимальный. При этом ежемесячный платеж по кредиту будет составлять 15 500 гривен. Из них проценты составляют 7200 гривен. При этом мы получаем, что максимальный ежемесячный платеж на одну семью, мы не учитывали там площадь квартиры, определенные там параметры, да, по площади, по условиям, будет составлять 143 гривны 52 копейки. Это максимальный. Проценты начисляются на остаток. Скрытых комиссий нет. Возможно, досрочное погашение. 16% присутствующим председателям ОСМД низкой процентной ставкой не показались. Граждане живо интересовались возможными льготами. По прогнозу сотрудников банка, государство может принять программу возмещения средств по кредитам, похожую на программу «Доступное жилье», где часть денег банку возмещает госбюджет. Впрочем, пока такой программы нет. На данный момент разрабатываются программы, они разрабатываются на уровне Кабинета министров Украины, на уровне городских властей. Относительно снижения стоимости, снижения процентной ставки, нагрузки на объединение в виде процентной ставки по кредиту. То есть, соответственно, мы видим и мы ждем, когда будет определенная компенсация в виде определенной там части процентной ставки жильцам дома по полученным кредитам. К слову, в Керчи на сегодня всего 8 ОСМД. Количество их пока не спешит пополняться. Смущает, по словам заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, граждан многое, даже выбор председателя. Основная проблема при переходе из коммунального дома в жилищное в общество совладельцев многоквартирного дома – это вопрос выбора председателя.
Они говорят, то есть это наверняка будет много бумажной работы, много всевозможных хождений, то есть по инстанциям, да, это налоговое, это пожарное отделение, то есть вот этот вопрос их интересует больше всего. Что же до того, как пришлась идея кредитования председателем ОСМД, однозначной оценки дать нельзя, отнеслись одновременно с интересом и осторожностью. Для больших ОСМД, для имеющих много домов и большую сумму взносов, может быть, даже и приемлемо, может быть, даже удобно, если еще и обещаются какие-то льготы в будущем, то, наверное, это будет неплохо. Мы бы тоже бы хотели какую-то взять кредит сумму, чтобы нам вот нужно сейчас что-то сделать, а потом, ну, у нас, к сожалению, в нашем СМД слишком маленькие взносы, и мы не в состоянии с банком рассчитаться. Почему я и спросила, а в чем же льготы? 17,5% – это очень много. Это много для предприятий. Получается, сам кредит 8 тысяч и проценты 7 тысяч. Конечно, это льгота. В ситуации с кредитами принято искать подвох. Тут он может оказаться очень близко. Государство не только предлагает гражданам произвести ремонт за свои деньги, но еще и выплатить государственному банку процент. Впрочем, для Украины глобальные программы реформирования в условиях отсутствия финансирования на средства граждан – традиционная практика. В управлении жилищно-коммунального хозяйства немного успокаивают. Какие-то средства на ремонты все же пока выделяются. Бюджетом 2014 года мы сейчас планируем предусмотреть определенные средства на ремонт домов ОСМД, которые уже есть, небольшую, ну, не сильно большие суммы, как того хотелось бы, ну, предусмотреть некое финансирование для выполнения данных работ.